Зрители подходят все ближе к сцене. Вот-вот начнется самая главная часть шоу-программы – розыгрыш призов. Так в Global Play отмечают день рождения компании – 4 года. После выступления трансформеров с планеты Кибертрон конкурс объявляют открытым. Чтобы участвовать в розыгрыше призов, нужно просто опустить свой номерок в специальный барабан. Для того, чтобы поучаствовать, за 3 месяца до розыгрыша мы запускаем эту акцию и продаем на кассе купоны. За каждое пополнение на 1000 рублей мы даем призовой купон. Больше купонов – больше шансов выиграть. По итогу кому-то достались сертификаты, кому-то – абонементы. Главных призов было 3 – экшн-камера, PlayStation 4 и самый большой приз – чек номиналом в 50 тысяч рублей на отдых для всей семьи в Global Play. Кто хочет Sony PlayStation 4? Хорошо, дети, опустите руки. Говорят, что повести может только раз, но победителям удалось оспорить это убеждение. Семья Масютиных забрала 2 главных приза. Они стали счастливыми обладателями игровой приставки и чека на 50 тысяч рублей. На самом деле мы уже собирались уходить и слышим, наш номер выпал. Уже, грубо говоря, поднимались снизу, не верили в эту победу. На самом деле... Не передать словами, так сказать. Такие розыгрыши в развлекательном центре устраивают уже 8-й раз. Основные поводы – день рождения компании и день защиты детей. Подарки тут дарить любят, ведь самое важное – видеть улыбки на лицах детей и взрослых. Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс.